Вчера был ветер, поломал ветки на ивушке. Но уже осень. Серега он там собирает ветки. Вдалеке, видите, мы приходили сюда в теплицу. Полакомились инжиром. И я возвращаюсь назад, домой. Да, позавчера был мороз, минус один. И видите, листики уже все, их прибило. А вот павлония. Помните, какие были здоровеннейшие листья? А стали вот такие вот сморщенные. Вот такой листик. Это очень полезный в корм животным. Вот оно, наша павлония. Оказывается, это дерево называют алюминиевым еще. Его ствол в два раза легче сосны, не имеет сучков и прочнее в два раза. Их специально выращивают на древесину. Но у нас павлония для красоты. Она еще очень красиво цветет. А вот дуб. Видите? Смотрите, какой красивый. Вот какой дубик идет. Какой большой дуб. Пока его обошел. Даже не обошел, а мимо прошел. А вон и лирик чешет. Лирик! Лирик! Взял, сошел с дорожки. А где-то были остальные бульдоги. Пришли все вместе. А вот калина желтая. Ну вот еще один дуб. Этот покраснел немножко. И эта павлония уже сбросила листья. Все. Готовится к зиме. Там у нас, видите, что наподобие шалаша. Это специально там доски эти. Съел калины. Горькая такая, кислая. Там старые эти ветки накрыты, вон, видите, травой. Это для ежиков, чтобы они приходили и жили там. Вот такой вид осенний. Вот гинго белобы сбросили листья. Вот она прямо по ходу дерева. А вот дальше, в глубине, тюльпановое дерево, оно еще стоит с листвою. Ну и что еще у нас там? Вон она, Мирка. Промышляет, унаби ест. Подойдем, сейчас посмотрим. Пойдем через березовую рощу. Вот они, березки какие. Мирка, она знает, куда идти. Подготовили кипарисы к зимовке. Смотрите, вот так обвязали арматура, потом обмотаем стрич-пленкой,
защитим от сквозняков. Вот один, вот второй кипарис. Да, березки. Конечно, это символ России. А вот мы и пришли к Унаби. Вот и здесь сколько. Смотрите. Вот уже и лаки попробовал Унаби. Идите. Ешьте. О. На. Ешь. Бежала, откуда-то запыхалась. Ну что, наши унаби теперь уже есть и в Салехарде, и в Можайске. На. Чуть-чуть бы раньше бы, если бы можно было бы и Алене Плотвиной отослать. Ну, я пока в этом году только начал это мероприятие по отсылке посылок. Поэтому я думаю, что очередь дойдет и до Алены. Она свой адрес сообщит. Но это уже на следующий год. Земляне, готовьтесь. Кто хочет попробовать унаби, инжир, азимину, лох и остальные экзотические фрукты Александровского сада, делайте заявки заранее, оставляйте свои адреса, и мы будем высылать. Домой я возвращаюсь один. Потому что собачки все поедают унаби. Они ее поедают, поедают, а она все равно откуда-то берется. Ну что, надо будет еще агаву заносить в гараж, обрезать банан. Работы полно осенью. Вот я и порвал куртку об розу, видите? Зацепился, слышали? Щелкнуло. Вот он, шип. И вот они, дырочки. Жалко, куртку первый день сегодня одел. Ну, виноват-то я. Ну вот я и сделал круг по саду, снял два ролика и возвращаюсь домой. А в заключение хочу сказать, вернее не сказать, а показать и подарить что-то нашим земляничкам. Из цветов. Ну вот гибискус, например. Вот роза. Вот давайте такую розу красивую.
Вот, специально для наших земляничек. Примите это как подарок от Александра Дока.